Северчанка Лера Мартакова завоевала серебряную медаль на первенстве России по самбо. Соревнования прошли в Анапе. Воспитанница Дюйша Русь, вопреки собственным ожиданиям, дошла до финала и проиграла там лишь из-за старой травмы руки. Была очень хорошая девочка, сборница тоже, ну, с Краснодарского края. Встреча была очень тяжелой, но так получилось, что чуть-чуть не хватило рывка. Но в следующий раз, я думаю, все получится и будет гораздо лучше. Будет уже первая ступень. Тренер Леры Денис Вышегородцев выступлением спортсменки доволен. Еще бы, подобного успеха воспитанники спортшколы «Русь» не добивались уже много лет. А для женского самбо серебро Леры вообще уникально. Последний именно такой результат был у нас в нашей спортивной школе в 99 году. Тогда Сергей Кривошеин был победителем первенства Европы. И вот уже почти что 14 лет были международные старты, но именно на первенство Европы у нас еще никто не попадал. А что касается девчонок, то это вообще первый случай в истории Томской области. Поэтому это вдвойне приятно. Руководство школы успех спортсменки сегодня напрямую связывает с работой молодого тренерского штаба. Молодежи вернулись. Наверное, нужно было это в начале пути это все сделать. Тогда вот эти результаты, они бы и были. Но думаю, что вот с ними помощь школы, помощь нашей ассоциации, все останется вот как сейчас вот и есть. Второе место на первенстве страны открывает дорогу на первенство Европы. В составе сборной России Валерии Мартаковой предстоит пройти учебно-тренировочный сбор. А сами соревнования состоятся на Кипре в апреле. Сергей Михальков, Михаил Скворцов, Вести Томск.